Анастасия Скляр, «Эхо Чернобыля». В каждом апреле прожитых лет 26 число черной печатью штампует о всех атом смертельное зло. Нет, не война, не природные смерчи и не последний в Помпеи день. Взрыв Чернобыля, гибель и смертность атом всего роковая мишень. Зона АЭС – опасная зона. Это ли можно представить, понять? Символы смерти на горизонте, страх указателей не передать. Город без жизни, царство Аида, без перевозчика душ, все мертво. Беры и фоны, кюры и нуклиды, будто все проклято кем-то давно. Черная пыль над Белой Русью, ядом пропитаны соки земли. Музыку скорби играет гусли, траур поит соловьи. Как тут понять их, кто воюет? Вы утверждаете, жизнь есть борьба? Жизнь — это звезды, словно танцуют. Жизнь — это дети, смеются, ликуют. Мирное солнце, мир бытия. Это ромашка, что после дождя. Жизнь — это мы, это семья. Жизнь — это ты, жизнь — это я.